Через образующие цилиндры проведено два сечения, из которых одно осевое, с площадью равной S. Угол между плоскостями сечения равен 30 градусов. Найдите площадь второго сечения. Для начала сделаем рисунок. Запишем дано. Площадь AB, B1, A1 равно S. Угол ABC равен 30 градусов. Найти площадь SB, B1, C1. Так как AB, B1, A1 осевое, отсюда следует, что треугольник ABC прямоугольный. Так как угол ACB – это вписанный угол, который опирается на диаметр. Рассмотрим треугольник ABC и напишем косинус угла ABC. Косинус угла ABC равен отношению прилежащего катета, это CB, на гипотенузу AB. Выразим отсюда CB. Тогда CB равняется AB умножить на косинус угла ABC. Угол ABC – это 30 градусов. Тогда у нас получается, что CB равняется AB умножить на косинус 30. Косинус 30 – это корень из 3 на 2. Напишем формулу площади прямоугольника. Площадь прямоугольника равняется произведению двух его сторон А умножить на Б. Эту формулу нужно знать. Найдем площадь четырехугольника CB, B1, C1. Площадь CB, B1, C1 равняется произведению двух его сторон CB умножить на B, B1. Подставим сюда CB, который мы получили ранее. Тогда площадь CB, B1, C1 равняется AB умножить на корень из 3 на 2 умножить на BB1. Напишем площадь четырехугольника AB, B1, A1. Она будет равняться произведению двух сторон AB умножить на BB1. Подставим площадь AB, B1, A1 формулу площади CB, B1, C1. Тогда у нас получается, что площадь четырехугольника CB, B1, C1 равна корень из 3 на 2 на площадь четырехугольника AB, B1, A1. Подставим наше обозначение. Тогда у нас получается площадь CB, B1, C1 равняется площадь AB, B1, A1 заменим на S. S корень из 3 на 2. Запишем ответ. Площадь искомого четырехугольника CB, B1, C1 равняется S корней из 3 на 2. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.